Хей-хей, привет, хакеры и варюги, и сегодня мы продолжаем играть в Watch Dogs, прохождение. Вот мы у нашего убежища, нам говорят добраться до него, то есть, так, я забываю все, где у нас вход на наше убежище, но все-таки я вспомнил, и мы туда сейчас направляемся. Прохождение наше продолжается. Итак, нам пишет, что очко навыка получено, как бы очко ни звучало, но все-таки оно получено. Дерево навыков, давайте посмотрим, взлом. Давайте мы прокачаем все-таки взлом, действительно, хотите получить это? Да, я получаю этот навык. Ворота и гаражи, удерживайте Q, чтобы открыть ворота и двери гаража. И смотрите-ка, действительно очень полезная штука. Окей, ладно, вернемся назад. О, офигительно сделано, кстати. Мне нравится такое дерево. Так, взлом, сколько у меня очков? Пока ничего. А, доступно очков навыка. Давайте мы... Бой, нет, взлом все-таки прокачаем. Так, направление батарейки, светофоры, навыки. Что у нас за это за навык такой, интересно? Куда, куда, стоп. Мосты, вот мосты давайте-ка возьмем. Так, сколько нужно очков? Стоимость 1 очко. Так, я принимаю и действительно покупаю. И действительно этот навык я тоже беру себе. Так, потом мы берем управление наземкой. Тоже очень полезная вещь, например, чтобы убежать, допустим. Трансформаторы недоступны пока. О, дополнительный аккумулятор тоже полезная вещь. И одно очко у нас осталось. Давайте возьмем наваждение, потому что с вождением здесь действительно есть некие проблемы с физикой автомобиля. Но это уже всем известно. Единственный такой минус. Конец восьмого... Что-то там, задание выполнено. Что же нас ждет дальше, интересно. Так, нам говорит, компьютер горит вообще какой-то. Ложитесь спать. И интересная задача, ложитесь спать. Отдых, да действительно, я знаю, что отдыхать это полезно, так, действительно. И поэтому мы ляжем на нашу кровать, которая очень неприбранная. Используем ее так. Установить время, так, давайте-ка поставим. Я хочу ночью проснуться, я хочу посмотреть на ночной город, действительно. Сейчас мы отдохнем немножко. Хоть бы убрал с кровати, как так можно? Мы видим даже сны, смотрите. Есть, командир. Курс на полный. Как я понимаю, нашему главному герою вечно снятся ужасы. Очень нехорошие сны. Вынести этот кошмар. Хочется думать о другом, беззаботном времени, когда она была жива. Но в голове только одно. Тот ужасный день. Чем-то напомнил сейчас Макс Пейн. Я уже проникся атмосферой этой игры. Ложитесь спать, покиньте мотель, окей. Покинем отель. На улице день. Нужно чем-то себя занять. Счастье в этом городе полно всякой швали. Разберусь с ними. Занять металлург, смотрите, металлург Сьюзи. Я такого еще не видел. Выгнали со съезда любителей фантастики. Консультант по семейным проблемам. Ну, доходы у них хорошие у всех, я смотрю. Прошел так, посмотрел, кто чем занимается. Откройте The Profile. Готовится к свадьбе. Давайте повзламываем людей. Да уж, спасибо, CTOS. Всего лишь брешь в системе распознавания. И личные данные всех жителей у меня в кармане. Ха, просто взламываешь всех подряд. Окей, сканируйте прохожих, чтобы увидеть потенциальных возле убежища. Так, мы выявляем тем самым... Осторожно. Потенциальных. Чувак, что стряслось? Потенциальное преступление. Опа! Не психуй, успокойся. Стоп. Нихера, я еду туда прямо сейчас. Да он края потерял. Нужно преподать ему урок манер. Так, я нашел преступление, мы сейчас будем отыскивать преступника. Не знаю, это может быть и даже не... Как сказать? Так, давайте пролезем сюда.
не сюжетная линия, но все-таки это очень интересно. Мы сейчас узнали, мы влезли в личную жизнь чью-то, но мы узнали потенциального преступника, как нам говорится. Так, действительно, включим все светофор. Все, устроим аварию, конечно же. Я не знал, что так будет все. Музыка, музыка, музыка. Так. Рок-н-ролльчик 60-х, давайте-ка свернем. Мы уже подъехали, посмотрим, что там такое. Так, он где-то здесь. Главное, чтобы не засек. Дальше дело техники. Окей, сейчас узнаем. Выявление преступлений. Окей, мы просто будем сейчас все взламывать подряд. Банковский счет, на счету используйте банкомат. Ха, мы так денежки, значит, себе получается зарабатываем, отлично. Так, камеру возьмем. Эй, не-не-не, это нам не надо. Я не то включил. Так, заграждение, что у нас дальше? Нет, это не эти чуваки. Нам надо пройти дальше. Это в этой зоне есть он, я чувствую это. Вывеска какая-то. Нет. Нет. Это не они. Вот тут фура как-то подозрительно стоит, смотрите-ка. Не кажется ли мне... А вот у кого этот чувак. Вот он подозрительный очень. Я вот прям чувствую. Ой, нет, нет. Только не пистолет, спрячь. Аллергия на моллюсков. Какая аллергия на моллюсков? Ё-моё. Ага. Вот он. Жертва неподалеку. О, не-не-не. Я не в ту камеру залез, я не вижу ничего. А вот жертва. Ха, вот оно! Черт, сболел. О! Судя по всему, сейчас нападать не станет. Станет искать новую жертву. Вот черт. Надо работать аккуратнее. Действительно, надо было мне работать аккуратнее, но я не знал, что так случится. Мой пистолет меня спалил, чтобы брать оружие. А, тап. Я же нажимал, как бы, ничего, все равно. Так, слушать классический рок. Где он там? По нему и не скажешь, смотрите, живая реклама, слушает кол... Опа, звонок. Микки, да, знаю, уже начали. Почти закончили. Где ты там? Я скоро буду. Ах, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. По нам скучают, и мы едем. Скоро будем. Скоро будем. Прости, Микки, другая линия. До скорого. Ладно, хоть живой. В общем, нужна будет тачка. Звони мне, устроим. У меня есть тачка. Предпочитаешь закупаться в модном автосалоне? Парень, что надо, достанет любую машину. Так что, если нужно... Я учту. А что там Морис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок, и дело в шляпе. Он нужен живым, Джорди. Ладно, ладно, живым, окей. Непривычный расклад, да? Не по мне, да, но ты платишь, тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут. Машина потребует... Нам машина пока не нужна. Но я бы заказал, но пока не нужна машина. И куда нам интересно ехать бы нужно. Так. Это у нас компания. Старший брат, туда и едем. Бля, что я сделал? Нет, 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 никакой пушки нет, это тебе показалось, я тебя сейчас сломаю и забудешь. Это был бы у меня еще как в этих самых, в черных людях, люди в черном черных людях. Этот самый аппарат, который бы при нажатии стирал им память, я бы здесь был королем, наверное, жизни. А зачем мне светофоры взламывать, там просто будет авария, я просто проскочу, я же водитель от бога. Проехали. Просто весь город в наших руках. Все, мы приехали к старшему брату. И наша сюжетная линия продолжается. Выйдем из машины и посмотрим, что там дальше. Часть первая, старший брат. Мы не виделись с сестрой с похорон. Смогу ли?
Помню, как Лена пела Джексу песенку «С днем рождения». Она была такой радостной. Теперь будет только тишина. Идите на задний двор. То есть нам сейчас показали скайлайн красивый Чикаго. Я, кстати, люблю очень осенний Чикаго, когда вот именно такие красные деревья осенние. Я это все помню с программы «Орел и Решка» там было такое. И, в общем, там они реально в осенний Чикаго приехали. Но дело не в этом. Продолжаем наше прохождение. 20 метров, мы уже в заднем дворе. Что дальше? Сколько тебе? 10. А разве не 9? 10. Мамка не знает, сколько 9. Лет нам. 10. 9. 10. Что ж, тогда ты заслуживаешь 10 щекоток. Что? Раз, два, нет, три, мам. 4, 5, 6, мам. 7, 8, 10. 9. 10. 10. Подожди тут. Да уж. Не прошло и года. Да, поздно. Но прости, Ники. Прости. Подойди. Посмотрим на тебя. Ты повзрослел. Ну да. Вот спасибо. Первый день рождения без Лены. Ну и как он? Говорит все еще только со мной. Йоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Йоланда? Психолог. Помогает ему. Ничего. Мы ждем. Трудно, но мы справимся. Джекс! Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь? Ох, как ты вырос. Так, а это что у тебя? О, целитель. Круто. Решилась купить, да? Принеси игрушки, мы пока поговорим. Да, я скоро приду. Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что все изменилось. Изменилось. Уэйс Джексон. Главное в моей жизни. Я всегда буду заботиться о вас. Как старший брат, да? Так, войдите в дом Ники. Последний раз я был здесь на дне рождения Лены. Джексон ее обожал. Да и все мы. Пропустил все веселье. Дети играли в Мстителя. Того парня из телека, что тачки угоняет. Дай угадаю. Джекс был Мстителем. Не угадал. Все они. Злодеем сделали меня. Ну, я им устроила. Еле справились. Жаль, опоздал. Я бы объяснил. С Ники шутки плохи. Помнишь, вы с мамой болели, но папа сказал, ну что же это за день рождения без торта? Он был просто ужасен. Горелый, кривой. Папа в своем репертуаре. И такого он натворил немало, но все ради семьи. Ха, что-то я много болтаю. Так, и что же дальше? Мы все уже и узнали. Так, игрушка. Да ладно. Конечно, конечно, продолжаем. Спровоцировали. Думаешь, номер скрыл невидимкой стал? Слушай, полиция тебя мигом вычислит. Ага.
Знаю, где живешь. Замки-то надежные. Да кто вы? Что вам надо? Не боишься, Ники? Ха. Интересненько. Кто звонил? Да неважно, какой-то дурацкий розыгрыш. Как думаешь, он надежный? А голос знакомый? Эйден, перестань, глупости. Нет, он хочет забраться в дом. Да с чего ты взял вообще? Проверяешь замки. Слушай, я как-нибудь сама, без тебя справимся. Ники, но мне не сложно. Эйден, ты опять за свое, нам не нужна твоя помощь. Хватит уже лезть в нашу жизнь. Хочешь помочь, а выходит только хуже. Я пойду. Да, и правильно сделаешь. Взрослый мужик ерундой мается. Но ничего, сейчас я отслежу твой звонок. И что же дальше? Вот ты где. Ха, обнаружили просто в два щелчка. Вот черт, он уходит. Нейтрализировать, быстро в машину. Вот это начинается эпик, все, пошли. Погнали, 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 погнали. Все. Он уже тут, смотри, смотрите, что за наглость. Он уже просто тут. О. Нейтрализовать. Как мы его, мне интересно, нейтрализуем? Взломами всяких светофоров. Или же тараном по старинке. Оп. Оп. Он уже врезается во все подряд. Это опасно просто. А еще глаза так слепит, когда выезжаешь с этого метро. Короче, неважно. Ну. Прости, перегнула палку. Умеешь ты порой вывести из себя. Ну да. Ха, поздно звонишь. Вот и все. Да нет, все не так. А, щит, с мостами тупанул-то я жестко. Чего? Поздно. Я в туннеле, не слышу. Да, конечно, в туннеле. Все, врезался. Оп, оп, оп. Мне пора. Пора. Стреляй! Оружие, 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 доставай. Беги! Бежим, бежим, бежим. Беги, Форест, давай. Давай. По ногам, по ногам, по ногам. Да куда ты, свали отсюда. Ну стой же. Да я по ногам стреляю, что за... Куда? Все. Взломать телефон звонившего. А, я бы мог просто заграждение, например, все здесь. Ну что, по рукам? Ну а то, такие бабки за какой-то вшивый звонок. Ники Пирс, да? Сказать про замки? Про ребенка? Ай, жесть, ну да ладно. Вот и молодец. Надо домой. Черт, что творится-то? За звонок ему заплатили кучу бабла. Кому это было нужно? Нет, нет. И действительно, кому это нужно было? Что там с эксплойтами? Дэдсек уже отозвались? Ну, вроде того. Проверяют тебя. Подожди. Ладно, тогда вопрос к тебе. Отследи звонок. Для тебя все что угодно. Так, и что это такое? Этот урод угрожал моей семье. Нужен заказчик. Похоже, звонок сделан из района Луп. Это все, что могу сказать. Так, а если я хакну центр CTOS? Тогда я вычислю точку, откуда вам звонили. Все понял. Там должен быть блюмовский центр CTOS. Справимся. Дэдсек как-то пытались его взломать. Не вышло. А потом еще и охрану усилили. Так что это... осторожней. К
Хоть ты не начинай. Спокойно. Я не с пустыми руками пойду. И на этом, наверное, наша серия заканчивается. Наша вторая серия прохождения закончена. Ставьте большие пальцы вверх, ждите продолжения. И... все на этом. Эти ребята будут вооружены до зубов. Справлюсь. Раз сетевые усилили охрану, нужно прихватить пушек.